во-первых, нормально хочу поздравить команду с победой, хочу поздравить наших болельщиков с приездом. И тоже хочу сказать, что кроме поля, которое не в хорошем состоянии, здесь красиво играть. Это футбольная атмосфера и традиционный город, футбольный город, я бы сказал так. Я первый раз здесь, но совсем доволен, как атмосфера, стадион и все кроме поля. У нас еще одна игра, еще одна победа, шестая подряд, и эту задачу выполнили, забрали 3 очка, и сейчас летим назад в Сочи и готовимся к следующей игре в Кубке. Так, продолжили хороший низ, и ничего особенного не хочу сказать. Счастлив, что там есть игроков, которые вернулись у нас в команде. Счастлив, что эти силы, которые играли много за сборную, 3 игры последние 10 дней тоже отыграли. Слава Богу, здоровье сегодня и сейчас восстановление и готовимся к Кубку. По поводу восстановившихся игроков, сегодня Дмитрий Блайн вернулся в стартовый состав. Как он себя чувствует и то время, которое он сегодня провел на поле, это его максимум на данный момент? Так был план, около 60 минут за его. Нормально это игра, тогда ты не можешь знать, он чувствовал себя отлично и я вообще доволен, как он отыграл сегодня. Да. Такой характер, такой человек и такой качественный игрок нам очень нужен. Да. Не было ли риском оставлять практически на весь второй тайм 3 центральных полузащитников на желтых карточках? Был. Очень много карточки было. Я не могу так все поменять, сколько карточки было у нас. На этой неделе стало известно, что по окончанию сезона команду покинет Чорлук. Не пытались ли подавить руководством как-то повлиять на это решение? Это не влияет на нас сейчас. Он опытный человек и хороший человек, и опытный игрок связан с этим клубом. Так, это было видно и сегодня, и у меня не было ни секундочку сомнения, как он будет играть до конца сезона. Я знаю, что его мотивация самая высокая всегда, настоящий профессионал.